Suicide Squad! Attack! Bang! Опять очень давящий пик у противника. Но у нас вроде бы герои пока нормальные. Лейт персонажей нету. Жадных. Ты бы мог Смурф создать и играть без мута всегда. У меня есть Смурф, там две игры, я, мне что-то пока не хочется на нем отыгрывать, если честно. Где твою сборку взять под стримом? Ссылка. Ты же можешь хоть с чатью взять? Нет, у меня мут. Вам не кажется, что тебе явно надо менять систему репортов? Ты же играешь классно, а репорты только за то, что ты минер. У меня под стримом первая ссылка на ютубе, это ссылка на петицию на Reddit. Так что можешь поддержать. Если тоже так считаешь, то... Так, нормально. Топорика у него нету. Фласочку потратил, у этого фласочка еще есть. Не знаю, стоит ли здесь брать стики против Бэтрайдера. Никогда вообще не беру на минер стики. Убили, кстати, хорошо. Тайда. Нам хватит урона, если он полетит на него. На своем фурионе. Чисто не хватило одной тычки от фуриона. Ну, классно. Я не знаю. Это непонятно немного. Не туда он побежал. У меня здесь много мин. Ладно, телепорт я не тратил, это хорошо. Вниз можешь перетянуться, там тайт, да? Тайт. Ой, что-то он загулял. Ну мы же должны наказать за это, правда? Сейчас взорвется. Хорошо. Наконец-то. Это уже этот. Ну как? Такие ситуации, как обычно, сами, получается, враги отдают. Так. Парни. Хорошо. Стан, что-нибудь. Так, отлично. Урона хватит. Хватило, офигенно. Ходи, курьер. Так, это разор прошел. Надо отступать. Эпи сюда, все 20 секунд. Вставай, смог нажмем. Бьем парашан. Куда он сейчас пойдет? Кто-то здесь в инвизе? Или просто подошел? Тут мало мин пока, 3 штучки. Разор умер. Так, тогда крутится под минами. Крутится. Ой, я в смоке, кстати. Прикольно. Тут Бэтрайдер. Беги на мины. Не туда он побежал. Не хочу одного тени скрывать. Пульт с бота. Все, он сейчас умрет так. А, он и так умер. Ну, отлично. Хорошо, что я там ничего не потратил. И стоит просто в центре свой. Так, я имбер разобрал. Хорошо. Так тут можно терминировать. Не вижу разора. Ой.
Меня не заметили, ну и хорошо. А кто там наверху, Эмбер? Эмбер стоит взрывать. Аркана потерял. Нашел. Блин. Во вражеском лесу, наверное, терять, наверное, не очень хорошо было бы. Ну ладно. Че так обычно угорает? Мне тут быстро донат закинуть, аркану потерял. Меня ты не видел, да? Ну да, видел. А, понятно. На мины. Минус Эмбер. Крипы появились, а они уже прошли, да? А, я здесь уже не снесу. Ну, нормально. Настоящие герои не смотрят на взрыв. Они просто спокойно улетают. Нормально. Нормально идет пока. Битрайдер за мной. Трап ловит? Ловит. Все, я ушел. Как же все плохо было. Вы помните, как все было плохо в начале? Просто плохо. По-другому не скажешь. Ушел еще немножко. Аганим. Аганим, кстати, я не дождался там. Ну, чуть-чуть почти. Еще было бы и не хватило бы там. Этот парень умирает сам. Я отдал стрик. Ну ладно. Чуть не захотел какого-то экшена навести. Эх. Там Кинни бежит, да? Прибежал. Возвращаемся сюда, раз внизу там файт. Фуриона душит вроде бы. А, он тэп-аут сделал. Здесь можно еще одну ставить, штучку такую. У нас битрайдер. Гем у него был, интересно, мне вроде не упал. А, вот гем. Тинкеру везет, да? Да, увезет. Отлично. Ага. Через спортик играем. Господи, сколько у вас там форсов-то? Что творите, изверги? Развели меня на все, что можно. Приземлился на товарища. Так, там Урсу приняли. А, ну трон упал, все равно. Хорошо. Так. А я тебя лайкнула. Спасибо, Саша, что помогаешь трансляции. Так, что по графикам? А, нет, на самом деле все время все было хорошо, как будто. Ну, видимо, из-за того, что у Урсы был очень большой привет снизу по деньгам. Вообще ценность Урса. Ну да, она сильно прям лидировала. Первые 5 минут только была, не первые. Первым был кто? Разор? Да, Разор. Потом начал отпускать ситуацию. Так, кто не видел? Новая порядочность. У меня стало больше. Теперь 769. Уже апгрейд. Так, что по трансляции? Вроде качество стало нормальным, да? Пущенных кадров нет. Супер.